Весовую до 91 килограмма. И здесь у нас встречаются Муджибило Турсунов из Узбекистана. Вот он на наших экранах. И Хасин Жет из Ирана. Ну что ж, две школы. Мы знаем, насколько сейчас в последние годы поднялась школа Узбекистана. Там действительно очень много сейчас чемпионов мира, олимпийских чемпионов стало. И в том числе, кстати, они переходят в профессионалы. Ну, а в Иране, конечно, в первую очередь развивается активно борьба, в особенности вольная, но и греко-римская, кстати, тоже. Но и вот в последний, наверное, год-два мы видим все больше и больше иранских боксеров на чемпионатах мира. Ну и посмотрим, что нам покажет Жет Хасин. Пока мы видим, что он работает на средней дистанции, выбрасывает комбинации. Хорошая двойка от Муджибило Турсунова. Отходит он назад. Пропускает, правда, апперкот. Причем узбекские боксеры, они ведь могут работать как и в силовой манере, так и на скорости, в передвижениях. Но пока мы видим, что принимает Турсунов вот этот поединок на встречных курсах и, перекрываясь за блоком, пытается ответить. Да, для тех, кто не в курсе или, может быть, только подключился, Муджибило Турсунов работает у нас в красных перчатках, Жет Хасин в синих. Мы видим, что Турсунов отдает пространство сопернику. Промахнулся здесь Хасин. Хороший был апперкот. Пробивает боковой, переводит на голову. Тут же Муджибило Турсунов. Еще один джеб. Снова навстречу попадают друг по другу боксеры. Минута остается до конца. И еще один боковой удар проводит Муджибило Турсунов. 50 секунд. Там прозвучал гонг, но этот гонг был на ринге Б. Но мы видим, что боксеры не отвлеклись. Снова обмен. Несколько боковых ударов пробивает сейчас Муджибило Турсунов. Еще одна атака. Снова прессинг показывает нам узбекский боксер. И тут же хорошая комбинация. Боковой с правой руки и апперкот. Еще один апперкот. И боковой только начал уже с апперкота как раз-таки. С левой руки Турсунов. Вот сейчас прозвучал гонг уже на нашем ринге. Раунд завершен. Неплохо получилось отработать в этом раунде Муджибило Турсунову. Попадал он довольно-таки много, но и Хасин Жет при этом работал первым номером, прессинговал. И я думаю, что даже своей мощью удивил он Турсунова в какой-то степени. Ну что, ждем второй раунд. Итак, второй раунд.
раздергивают друг друга джебами. Боксеры попытались достать. Пробивает сейчас неплохой удар с правой руки. Жет Хасин. Снова показывает контроль дистанции и пробивает апперкот. Два боковых удара прошли у Муджибило Турсунова. Обменялись там и апперкотами, но закончил атаку именно Турсунов боковым. Пробивает еще один удар с правой руки. Здорово получилось отработать. И промахивается здесь же Жет Хасин. Несколько ударов проходит у иранца. Провалил его атаку Турсунов. Сразу же подходит к нему и вкладывается в каждый удар. Узбекский боксер. Полторы минуты еще до конца. Есть два боковых. И здесь отступили. Но нужно продолжать. Это только второй раунд. Хорошо пробивает сейчас по корпусу и попытался перевести на голову Турсунов. Но при этом мы видим, что в этом раунде уже Жет Хасин показывает гораздо меньше, чем в первом. Достает снова апперкотом Турсунов. Неприятно очень встречает. И вот еще одна встреча. Уходит назад, в сторону. Начал слегка вальяжно действовать Муджибило. И вот снова рефери делает замечание, что когда звучит команда «брейк», нужно делать обоим шаг назад. Снова прессингует Жет Хасин, но без ударов. Промах. Снова обменялись сейчас джебами. И вот неплохо встречает Турсунов в конце этого раунда своего оппонента. Тут же апперкот у него прошел. Ну что ж, эта трехминутка определенно остается за представителем Узбекистана. Был он гораздо быстрее своего соперника. А вот Жет Хасин, наоборот, сник. И в третьем раунде ему нужно определенно добирать. Ну что ж, заключительный раунд в этом поединке между Муджибило Турсуновым и Жетом Хасином. Смотрим. Попытался достать сейчас апперкотом Муджибило Турсунов, но не получилось. Идет в атаку Жет Хасин. Прессингует и достает, кстати, корпус. Вот сейчас попытался перевести на голову эту атаку. Пробивает с правой руки. Тут же сдвоенный джеб и встречает вновь боковым ударом Муджибило Турсунов. Come on.
Хорошая комбинация. Пробивает Маджибило Турсунов. Достает сейчас из правой руки. И тут же боковой удар у него проходит. Попытался перевести на корпус. Снова раздергивает. Промахивается Жет Хасин. Включает правую руку Маджибило. И вновь попадает через руку. Оверхенд великолепно. Пропускает все больше и больше Жет Хасин. Еще один боковой проходит. И как готов функционально Маджибило Турсунов. Просто потрясающе. В каком высоком темпе он проводит этот бой. Все удары. Посмотрите, с какой скоростью летят. Я думаю, что Маджибило мог и 8-10 раундов в таком темпе отработать. Абсолютно точно. Просто прекрасно готов этот спортсмен. Команда «Брейк» снова. Тут же боковой и пытался пробить сейчас правой руки Маджибило. Так, и там капа, по-моему, выпала уже до Хасина. Ну и, конечно, нет, у Маджибило мы видим. Поединок возобновляется. 30 секунд до конца. Ну и здесь видно, что уже сник, конечно, Жет Хасин. Понимает, что проигрывает этот поединок и сделать ничего с этим не может. Хотя в первом раунде смотрелся довольно-таки неплохо. Заключительная серия. Все, поединок завершен. Сейчас судьи определят победителя этой встречи, но я думаю, что всем все понятно. Конечно, у нас уже были сегодня спорные моменты. Один спорный момент. Но я думаю, что сейчас преимущество было даже более очевидно. Итак, Маджибило Турсунов одерживает победу единогласным решением судей и проходит в следующий раунд. Посмотрим сейчас наиболее яркие моменты. Опять же, повторюсь, у Хасина получился первый раунд, когда он работал на встречных курсах с Турсуновым. Ну а дальше Турсунов в том же темпе отработал и второй, и третий раунд. А вот Жет Хасин оставил все свои силы именно в первом. И во втором и третьем уже сбавлял обороты. Я думаю, что именно это и повлияло на исход данной встречи. Thank you.